Итак, всем привет, дорогие друзья, и сегодня ко мне попал такой скромненький девайс, но очень полезный. Это у нас держатель, адаптер для штатива или монопода. Вот, он очень такой, скажем так, ну не то чтобы сильно большой, но нормального такого размера, в который, по идее, должен поместиться этот самый планшет. Размером где-то около 10 дюймов. Точнее, он туда помещается, потому что я как бы ранее немножко проверял уже. Ну, сейчас я вам покажу кое-что. В принципе, планшета сегодня у меня нету. Но покажу, как сидит телефон. Вот. И, значит, приступим к рассмотрению нашего девайса, да? Что нам там такого прикатило? Так, ну что, поехали. Итак, значит, эта штука нам приехала в такой вот упаковочке. Фирма у нас Юланзи. Вот, китайский. Я уже не первый раз заказываю у них товар. И, в принципе, доставкой доволен. Все довольно быстро приезжает. И замечательно. Так, раскроем и посмотрим, что там у нас такое привалило. Вот у нас... Так, тут нам даже подарочек приложили, значит, такой вот смайлик. Китайцы радуют нас ништяками. Хо-хо. Короче, подцепил и весь такой ходишь довольный вообще, прям, я не знаю, как вот этот смайлик. Так, желтенький. Ну, что, спасибо. Чего прислали, и вот такая вот штучка у нас. Честно говоря, я думал, будет хуже. Вот. Я не ожидал, что она такая хорошая, добротная вещица такая. Тут можно, вот у нас, как видим, крепление есть. И здесь еще тоже есть крепление. То есть можно ставить либо так прикручивать. По-разному. Так, там, короче, была еще такая же, но металлическая. И она на 20 баксов дороже стоила. Поэтому я как бы подумал, что его $20 переплачивать за металл, если можно, в принципе, пластик взять, если он будет достаточно прочный. Вот, то, в принципе, очень даже пойдет. Вот, стоит вот эта вот штука 8 с копейками долларов. Это, в принципе, немного. Здесь у нас, как видим, кнопочки есть, чтобы регулировать вот эти вот штуки. Вот они ездят там внутри. Когда мы кнопочку отпускаем, вниз уже совсем никак. И вверх тоже. Нижняя. Это у нас ездит. Итак, вот, она вниз, короче, только зажимается. Зажимаем кнопочку, и она ездит свободно. Это у нас тоже ездит. Можно поднимать выше, вот сюда, чтобы у нас, к примеру, влез телефон. Вот сейчас я продемонстрирую. Так. Отожмем пока и положим наш телефон. Так, вот так вот мы сделаем. Надо еще, наверное, чуть-чуть приподнять, чтобы верхнюю зажать. Так, сейчас... Зажимаем. И все, там внутри есть он, как видите, вот мягкие такие штучечки у нас, вот, которые держат телефон очень цепко. Зажимается прям так, ух, хорошо. И, в общем-то, сейчас на камеру на другую проверим, как он у нас тут держится. Итак, как видим, держится все достаточно неплохо. И вот так вот оно, собственно, выглядит. Вот. Так что сюда можно поставить планшет, можно запихнуть телефон. В принципе, вещь достаточно универсальная и очень полезная. Вот. Так как у меня несколько штативов, мне дополнительная голова такая нужна для мобильных устройств. Вот. Сейчас посмотрим, насколько она максимум открывается у нас. Вот. Так. Ну и вот так вот она выглядит в максимальном своем открытом размере. Вот у нас 5,5-дюймовый телефон, как видите. Тут почти два телефона влазит. То есть 10-дюймовый или даже 12-дюймовый. Да, сюда очень даже большой планшет влезет, однако. Это очень хорошо. Потому что эту штуку можно использовать также для телесуфлера. То есть ставим сюда планшет. Ставим это дело под камеру. И читаем текст. Говорим на камеру, и, собственно,
не будет такого, что вы там, когда будете зачитывать текст, у вас там глаза куда-то где-то будут уходить. То есть, если вы на достаточном расстоянии будете стоять, то будет казаться, как будто вы в камеру смотрите. А на самом деле вы читаете с планшета, который находится внизу. Вот такой вот нехитрый прием. Так что, в принципе, штучкой-то этой я очень доволен. Неплохая вещь, однако, слышишь? Она довольно прочненькая, так... Как сейчас еще раз покрутим. Ну, конечно, она так, если прилагать усилия, вертится. Ну, как бы нормально. Все замечательно. Все намного лучше, чем я думал. И зачем переплачивать $20 за металлическую? Если можно взять вот эту вот пластиковую и будешь доволен. Вот такой вот у нас сегодня обзор был. Крепление для... телефона, для планшета, в общем, для всего, что можно сюда поставить. Очень даже полезная вещь. Ссылку, кстати, выложу в описании на проверенный магазин Юланди, на котором я уже заказывал девайсы также для аудиозаписи и, собственно, сами крепления. И, кстати, штатив, на котором сейчас вот эта вот камера стоит, которая сейчас меня снимает вот здесь, вернее, там стоит телефон. Вот. И на нем стоит... То есть, вернее, он закреплен на штативе, который я также в Юланде заказал и вполне доволен. То есть, нормальные товары быстро приходят. Вот, так что можно юзать. Вот такие вот у нас сегодня делишки были. Так что подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем видео. Всем спасибо, пока!